1 июня, суббота, это двойной праздник. И День защиты наших детей, и законный теплый выходной. С чем я вас всех и поздравляю. И напоминаю, что любые запчасти к бытовой технике можно найти в магазине «Все сам плюс». К примеру, починить мясорубку можно всего от 50 рублей. Итак, в Магнитогорске в эту субботу ночью будет прекрасная солнечная погода. Временами будет облачно. Утром плюс 18, а днем до 27 тепла. В Белорецке Абзаково в субботу тоже очень тепло. Плюс 12 рано утром, а днем плюс 23 и весь день солнце. В соседнем Сибае плюс 19 рано утром, днем плюс 28 тепла и солнечно. На этом у меня все. Нескучных вам выходных. До завтра.